Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой мы продолжим троллить друг друга в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет, и вы серьезно, ребята, просто бешеные. Под предыдущей серией троллинга вы набрали столько лайков, столько комментариев, что, собственно, мы записываем еще одну. Да, ребята, если вы хотите видеть еще одну новую серию, еще одну, хоть каждый день, ставьте большущий палец вверх на вот этот видос, мы с Жекой будем записывать троллинг в Майнкрафте как можно чаще. Да, и, собственно, мне кажется, можно приступить к постройкам, как всегда, да, Эдисон? Да-да-да, как всегда, как всегда. Ну, мне даже интересно, кто сегодня выиграет, а? Да, потому что вот в прошлый раз реально была прям такая насыщенная борьба. Обычно меня просто Эдисон сильно троллит, а вот в прошлый раз прям была борьба, да. Давай. Я, если честно, пока еще вообще не знаю, что я буду строить, поэтому давай. Ну ладно, давай все. Пока-пока. Да, пока. Ну что, ребята, добро пожаловать в новую серию троллинга. Вы ее очень сильно просили. Вот просто под предыдущими сериями я читал практически каждый комментарий был: Эдисон, офигенная рубрика, Эдисон, давай новую серию. Ребята, если хотите видеть новую серию троллинга хоть завтра, поставьте большущий палец вверх на вот эту серию. И также напишите в комментариях, хотите ли вы увидеть новый троллинг или нет. А сейчас, ребята, мы будем что-то думать. Что-то очень такое... Какое-то. Честно, я пока что еще сам не знаю, что я сейчас буду строить. В принципе, ну, как обычно, да. У меня есть небольшущая вот такая маленькая идейка, что я сейчас буду строить. Но она не до конца проработанная. Поэтому, ребята, мы сейчас с вами будем думать, мы сейчас с вами будем гадать, что же нам построить. Ох, надеюсь, что это получится хотя бы, ну, более-менее таким нормальным. Поэтому, ребята, я сразу же вернусь, как только что-то построю. Ну что, ребята, первая небольшая ловушка у меня готовая. То есть, я ему скажу: Жека, у тебя тут есть 4 прохода, чтобы попасть внутрь, да? То есть, выбери одну из дорог. Что он сможет сделать? Допустим, если он выберет вот эту дорогу и поедет вперед, что с ним произойдет вообще? Он будет ехать. Нужно сейчас еще ускорение придумать. И будет вообще зашибись. И он просто выйдет обратно, и все. И ничего не случится. То есть такой небольшой троллинг. Да, это круто. Но я сейчас еще, ребята, тут ускорение поставлю, ничего страшного. Стоять на месте. Вот. Если он, допустим, поедет вот сюда, то мне самому интересно, куда он поедет, а то я уже забыл, если честно. Ага. Вот поедет сюда наверх. Опа, и упадет вниз. И то есть тоже ничего такого не произойдет. Вот. А если он поедет вот сюда, посередине, да, то смотрите, куда он поедет и где он вообще вылезет. То есть, будет ехать сюда, ничего не будет видно, потому что все как-то очень низко. Будет ехать, и должен упасть вниз. Но я почему-то не понимаю, почему он сейчас не падает, хоть он, в принципе, должен упасть вниз. Мне кажется, тут просто не хватает немного ускорения. Поэтому, ребята, я сейчас все продумаю. Потом, когда он вылезет, тут у него будет невидимый блок, и он вниз не упадет. Потом вылезет вот сюда, тут тоже будут невидимые блоки, он выйдет вот отсюда. Такой небольшой троллинг. Но ни одна из дорог не будет правильной, не будет верной. И я сейчас где-то поставлю правильную. Пока еще сам не знаю где, но сейчас я где-то поставлю правильный вход внутрь. А внутри уже потом что-то придумаем. Пока я думаю только начало. Ну вот, ребята, в принципе, когда он отсюда вывалится, да, опа, то у него будет выбор. Или пойти вот сюда наверх и вернуться обратно. Или он не заметит, тут будет, направо пойдешь, ну не знаю. То есть он реально сможет вот сюда пойти направо и тут найти... Ой-ой-ой, ща, главное, чтобы он тут не смог никак упасть. Но как видите, я уже нашел тут дырочку. То есть он пойдет вот сюда направо, и тут у него, не знаю где, я уже забыл, если честно, вот, тут у него, ребята, будет проход. Вот такой у него будет тут проход. Сейчас я придумаю, что будет дальше. Что, ребята, после того, как он попадет вот сюда, внутрь, вот этой скрытой комнаты, он попадет вот сюда, в эту скрытую комнату. Тут у него будет, знаете что? Смотрите, что у него будет вот тут по сторонам. У него вот тут будет, как видите, вот эта скрытая трава, то есть если вы на нее наступите, то вы провалитесь вниз. А посередине будут невидимые блоки, то есть блоки-призраки. То же самое, если вы на них наступите, вы провалитесь вниз. Я скажу: Жека, тут такая фигня. Я ему типа скажу: Жека, лучше иди по травичке, потому что у меня вот эти блоки, которые будут посередине, залагали. И они не работают. Он такой скажет: а, конечно, вот тут трава у тебя, через которую я провалюсь вниз, а на самом деле он провалится и так. На словах это, конечно, не очень, но на деле будет получше. Также у него вот тут будет с левой стороны его девушка Юля, с правой стороны я. Я ему скажу: Жека, выбор всей твоей жизни. Выбирай, или твоя девушка Юля, или я.
Если он подойдет к Кьюле и выберет «Я выбираю тебя», то она ему напишет: «Как ты посмел предать своего друга Эдисона, негодяй?» А если он подойдет ко мне и также «Хорошо, выбираю тебя», он скажет, я скажу: «Как ты посмог, как ты мог предать свою невесту Юлю?» Но если он скажет «Нет, я выберу Юлю», если он скажет «Нет, я выберу Эдисона», то вот с этого блока на него польется лава. Эта лава не убивает. То есть он будет такой: «Не-не-не-не-не, лава, я не хочу умереть». На самом деле лава его не будет убивать, он просто подплывет на ней и вот сюда, вот сюда. То есть ему нужно будет добраться вот сюда. Ничего какого-то необычного. Поэтому, ребята, надеюсь, то, что он справится с моим вот этим мини-заданием. Нужно что-то думать дальше. И сейчас я, ребята, подумаю, что у меня будет дальше и какие следующие комнаты его будут вот тут ожидать. Ну что, ребята, новая комната для испытаний готова. Все тут сложно, я понимаю, что все кажется очень сложным. Но на самом деле, ребята, все очень просто. У него будет небольшой вот такой лабиринт, мини-паркур. То есть у него тут есть невидимые блоки, по которым он должен пройти весь вот этот паркур. Но чем прикол? У него даже будут таблички с подсказками, то есть пойди туда, пойди туда, но все будет переплутано. Допустим, если тут пишет 3 назад, 1 налево, то нужно сделать 3 вперед, 1 направо. Если тут пишет 1 назад, 2 направо, значит нужно сделать 1 вперед, 2 налево. То есть все перепутано. Надеюсь, что он купится и хотя бы разочек упадет, потому что хоть это все очень просто, но, как вы сами знаете, вот эти небольшие такие фигни, то есть иди вперед, а на самом деле нужно идти назад, немного путают у тебя все в мозгах. Поэтому надеюсь, то, что он купится хотя бы один раз и упадет. И тут у него будет какая-то финальная миссия, финальное задание. Сейчас я ему что-то придумаю, построю. И посмотрим, что это будет. Сейчас быстренько что-то придумаю, ребята. Ох, ну в принципе, ребята, все, готово. Наконец-то я достроил последнее испытание. Он выйдет сюда на крышу. Я ему скажу: у тебя есть два варианта. Первый вариант — пойти сюда на старт. И это означает то, что ты пройдешь мой троллинг. Но ты не узнаешь главного секрета, главного сюрприза. У тебя тут есть Дед Мороз, и он тебе подарит что-то необычное. И у тебя есть выбор: или пойти на спаун, и ты выйдешь, но не сможешь узнать, что за подарок тебя ожидает за вот этими дверями. Но он и так даже сюда не сможет выйти, потому что если он наступит на одну из этих плит, то его ты пехнет вот сюда обратно. Поэтому, ребята, в принципе, ему 100% нужно будет познакомиться с Дедом Морозом. А как только он придет сюда и увидит Деда Мороза, они его так начнут пинать сильно и так его далеко толкать, то что он 100% умрет. Я ему скажу: ай-яй-яй-яй-яй-яй, непослушный мальчик, плохо себя вел, поэтому Дед Мороз тебе ничего не подарит. И, в принципе, ребята, на вот этом заканчивается мой троллинг. Карта себе, если честно, вот так не очень хорошо построена, но все же, ребята, надеюсь, то, что он купится, и все будет нормально. Фу, надеюсь, в этот раз я выиграю. Победю! Сейчас посмотрим. Ну что, Эдисон, я готов. Готов к сражению. Ну я тоже. Давай, давай, я к тебе, да, первый? По традиции. Ой, Эдисон, я не знаю. У меня дефицит идей. Я уже не знаю, как тебя затроллить, понимаешь? Не знаю. Ну, у меня не скажу, что лучше, но сейчас мы все посмотрим. Пошли, пошли, Жайка, давай, давай. Так, ну давай, ты включи геймод 0-то включай. А-а-а, геймод 0 или геймод 2? Что, не как мужик-то. А, ну ладно, все. Нет, кстати, можешь, да, лучше геймод 2 давай. Да что ж тебе не угодишь-то? Все, я могу заходить? Все, можешь заходить, все, давай. Твои действия, можешь делать все, что ты захочешь. Кроме, ну, ломать блоков, естественно. Да ты издеваешься, да? Это все... Да иди ты за... Ай, ну я не умер. Ах ты, зараза! Я не хотел, в принципе, чтобы ты умирал, поэтому ты молодец. Ну смотри, я идеально попал вот сюда на лестницу. На самом деле я тестил, ты бы в любом случае не умер, то есть по паутине бы спустился на лестницу. Так, все. Так, я, если честно, боюсь вообще куда-то ходить. Сейчас тут какой-то ТНТ взорвется, я просто уверен, да? Да. Могу... Посмотри, под снегом, может, это есть, там же снег. А, ну да, конечно. Еще что, может мне сюда в пропасть прыгнуть, может там тоже что-то есть. Да, прыгни. О, в пропасти, кстати, там жесткие, там алмазы лежат. Да, я понял. Давай. Опа! Ничего там нет, я что вообще что-то. О, господи. Ты не переборщил тут с ней? Давай, заходи. Ты не можешь меня толкать, я должен сам все решение свои. Нет, ты в моей власти, Эдисон, ты в моей власти. Так! Это вся твоя карта? Да, это вся моя карта. Ой. Так, ладно. Давай, тут куча сундуков, в принципе, в одном из них есть секретик. Давай, ищи. Секретик? Да, секретик. Давай, ищи. Я надеюсь, что у тебя получится.
Очень на это надеюсь. Не. Я все, я больше никаких секретиков не вижу. Ну давай, давай, ищи. Ну в смысле, я же. Смотри, тут нету. Да уйди ты! Тут тоже нету. Ну ты давай, может, еще раз попробуешь? Нет. Ты знаешь, я не знаю почему. Потому что это сундук-ловушка. Так, ладно, все, тихо. Дай мне сосредоточиться. Я вижу два сундука-ловушки. Ага. Какой лучше мне открыть? Дай мне подсказку свою. Ну, мне кажется, можешь вообще, в принципе, тут оставаться на всю жизнь, и как бы ты затроллен будешь, да. А сейчас тут все взорвется, я и так затроллен буду. Поэтому как-то... Ну, как бы решается, я могу посидеть тут, я нормально, я сижу тут на сундуках, смотрю так, на тебя. Так. Я могу выйти, я на улицу не могу выйти. Все, да, я говорю, ты заперт. Выбирай, либо будешь сидеть здесь, либо откроешь, как бы. Так, что-то мне это не нравится. Мне тоже это не нравится. Последний сундук ловушки, тут 100% что-то есть. Если я сейчас взорвусь, куда-то ты пехнусь, это не будет считаться троллингом. Ну да, конечно. Ну давай уже. И все! Да ты уйди, ты. Так. Пролази. Не хочу, это там 100% ловушка какая-то. Давай, Ой, я тебя не хотел толкать. Вот именно, не надо. Так, вылезай оттуда. Давай. Ага, все, ты в ловушке. Не толкай, не смей даже. Я тебя не толкаю. А, да, я взорвался. Все, так. Давай, прыгай. Ладно, ты паскуда. Ладно. Так, сейчас. Даже тут все разнесло. Жесть. Ой. Так. Ну давай, Эдисон. Кто самый крутой тролль? Так. Кто же самый крутой тролль? Давай, выбирай. Конечно же, я, да? Но тем самым. Ладно. Сейчас, у меня как-то все стрёмно тут. Ладно. Я на 100% уверен, что я лучший тролль, да? Да. Ну да. Жека! Не. Так нельзя, твою мать, да я сам буду выбирать, хорошо? Нет, нельзя. Иди. Не. Если я. Нет, ну смотри, я знаю, что я самый лучший тролль. Но я тебя пожалею. Нет, вообще-то я самый лучший тролль, так что выбирай вот это. Почему ты самый лучший тролль? Я самый лучший тролль. Нет, я самый лучший тролль. Нет, я хочу выбрать, что я самый лучший. Ну а я хочу, чтобы ты выбрал, чтоб я самый лучший. Нет, я самый лучший тролль, ну ладно, я тебе подамся просто, О, молодец, правильный ответ, я тебя просто пожалел, Жека, Ну хорошо, да, конечно, пожалел. Я тебя пожалел, поэтому выбрал тебя. Правильный ответ. Так, что-то мне тут не нравится. И все? Да. А-а-а, ладно, зараза. Так, ладно. Видишь, я первый раз не ошибся. Вот 100% что-то... Твою мать, я обосрался, когда меня ты пэкнул сюда. Кто самый лучший тролль, Эдисон? Выбирай. В смысле, я уже выбрал. Нет, неправильный ответ. Ну в смысле, я так по кругу буду просто ходить и все. Ну да, ты будешь все время доказывать, что я самый лучший тролль. А, вот в чем прикол, да. Ну я понял. Ну я лучше вот сюда пойду и все. Я самый лучший тролль, я просто тут буду стоять. Все. Да, ты уверен, что ты будешь стоять? Да. Да? Да. Да? Теперь у тебя нет выбора, только я. Ну все, ладно, все. Сейчас моя очередь. Молодец, ты прошел мою карту. Конечно, здесь не так много было всяких троллей, но. Ну сейчас посмотрим, я скажу, что у меня будет намного лучше. Ну ладно, пошли, Жека. Пошли. Так, смотри, какой у меня вырабатывает гейммод, там все такое. Гейммод 2, да. Потом как. Шейдеры выключить. Шейдеры, да, лучше выключить. И потом. Когда я скажу. Включить F1, то есть выключить HUD, ты тоже должен будешь это сделать. Ну да, я понял. Если ты реально включишь его и обманешь меня, ты будешь заразой, ты понял? Да я же в прошлый раз включил, что ты. Так, и чё? Ну, смотри, у тебя есть тут
4 входа, да? Вот, 4 это входа. Это маффины, маффины? Это маффинки. Ай, да, стоять, маффинка, стоять. Да. А почему нет, да? Потому что у тебя тут 4 входа, тебе нужно выбрать, куда ты поедешь. Вот какой я тебе... Я, пожалуй, вначале проверю машинкой, можно? Нет, тебе нужно как бы поехать самому. Да, да ты... Не, Жека, ты не умрешь, ты никак не умрешь, все будет нормально, я тебе обещаю. Подожди, а почему тут нету маффинки? Ну, потому что я забыл ее поставить. Дебил просто. Так поставь, поставь. А уже нельзя поставить, я уже карту создал, поэтому я не могу... Да, а если я сам поставлю? Я не могу... Нет, я не могу изменения вносить. Я хочу туда. Ну, если там нету машинки, что ты сделаешь? Так, подожди. Нельзя, нет, 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 уйди. Все, иди выбирай машинку. Нет, нет! Жека, не ломай мне карту, иди выбирай машинку. Давай, да. Ну хорошо, выбираем маффину, да? Да. Ну, я как бы самый основной, самый центральный, поэтому я поеду здесь. Пока, Эдисон! Давай, пока-пока. Ой, куда она поехала стоять? Да что ты там уже натворил? Ты мне карту поломал. Да не в эту сторону езжай. Эдисон, я жив. Все, ты затронен, ты там заперт навечно. Ой, дебил, дебил. Да, Жека, садись в машинку и езжай. Да не в эту сторону! Я не хочу умирать, я видел, что там. Да, давай, 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 езжай. Зачем, я не хочу туда. Ну, ладно, давай в другую садись. Так, я понял, это троллинг, я там везде я умру. Давай. Где-то здесь есть явно проход. Я вот... Давай, садись в машинку. Ладно, хорошо, поехал. Поехал. It's a rolling. Ой-ой-ой. Куда я еду? Ага, а. Не, значит не вот этот путь, наверное, я ошибся. Тогда другой нужно, Жека. Да, хорошо, ладно, давай в этот, пока. Давай. Езжай. Ага. Ай, тоже, наверное, не вот этот. Ага, а я даже не заметил этот провод. И что делать, мне кажется, вот этот самый верный, Жека. Да, чтоб я умер, да? Мне кажется, вот этот самый нормальный, езжай. Ну хорошо, допустим, я поехал. Ай, ой. Так, все. Что? А я... Да, блин! Ладно, роль защиты. Защита. Налево пойдешь, счастье найдешь, направо прыгнешь, но не знаю. Осторожно, осторожно, осторожно. Нет, да, ты думаешь... А подожди, а F1 не надо включать? Сейчас не надо. Тебе нужно найти вход внутрь. Ой, мама дорогая. Я слышу, там что-то горит. Мне кажется, тролль уже не знает, сколько раз защита. Так, давай, ладно, ты пэгайся. Так, давай, Жека. Так, ладно, я не хочу туда идти, я там умираю, поэтому пойду сюда. Так, здесь ничего нет. А, здесь тоже есть. Так, хватит меня троллить, я ничего не понимаю. Так, ладно, сюда нельзя никуда. Что, зачем, куда я бы сюда пришел? Я правильно то я понял. Да, я ладно. Понял свое, ой, господи, чуть не упал. Так, что тут? Опа! Опа, опа, лесенка. Как ты трешь невидимые блоки, даже 1.7.10? Ну вот, вот так. Ищи вход внутрь. Ну что, Жека, ты готов? Это твоя следующая комната. А что там? А что там? Ну, тут будет самый главный выбор твоей жизни. Но стой! Ты даже не дал мне время, чтобы я тебя затроллил. Ты понимаешь? Эдисон. Ой, я вижу Эдисона. Так, вот смотри. Тут есть Эдисон и есть твоя девушка Юля. Я даю тебе выбор. Или ты выбираешь меня. Она какая-то страшная. Смотри, или выбираешь меня, конечно же, или выбираешь свою девушку Юлю. Кто тебе важнее? А как мне тебе просто сказать, да? Да. Подожди. Ну смотри, она какая-то страшная. Ну, я не знаю, какая твоя девушка. Вот я скажу Юле, то, что ты сказал, что она страшная. Нет, моя-то девушка красивая, тут какой-то какая-то страшная. Да. Ну выбирай, я не знаю, кто. Конечно, в этой стороне я стою, да? Ну, вот там твоя девушка Юля, поэтому я не знаю. Ну, я не нравится такое, типа, выбирай, блин, а что я должен выбирать? Ну, тогда ты затроллен, и все, ты будешь до конца жизни в этой комнате. Не, ну, как бы я прохожу твой тролль-квест, поэтому, наверное, должен выбрать Эдисон. Ну, не знаю, дело, да. Тогда вообще будет обидно, девушка моя посмотрит мое видео, и увидит, что я... Ну, тогда не знаю. Мне кажется, она все поймет, поэтому давай, делай свой выбор.
В смысле нет, это слишком сложно, Эдисон, мне такое не нравится. Можно отказаться? Нет, ну ты все, тогда ты затроллен, и все, до конца жизни тут останешься. Нет, Эдисон, это так нельзя. Давай делай свой выбор. Тогда выбирай Юлю, я мне как бы все равно. Да блин, нет, да так-то ты обидишься, нельзя так. Тут обид нету, это троллинг. Тут никому нельзя верить и вот. Хорошо, и, я понял, вот. Раз тебе нельзя верить, я не буду выбирать никого. Я выберу эту стенку, можно? Нет, нет, ты должен сделать выбор. Ай, ладно, ну допустим тебя, ну, выбрал. В смысле выбрал? Ты там нажми, погори со мной. Я не могу на тебя нажать. В смысле не можешь на меня нажать? Не могу, слишком далеко. Ай, дай, отойди, отойди, отойди. Да нет, можно, можно, попробуй. Это ты просто в гейм-моде, у тебя там дальше дальность. Думаешь? Да, ну выключи гейм-мод, ты тоже не сможешь. А ну отойди, отойди. Вот давай вот так погори. Ага, так. Ой, выбери мне твою руку, Юля манипулирует тобой, хорошо, выберу тебя, как ты мог продать свою девушку Юлю. Так, ну-ка с ней. Ну давай, выбирай ее. Ну я не могу с ней поговорить. Ну давай, выбирай ее. Так. Выбери меня, я твоя невеста. Я выбираю тебя, я нет, я выберу Эдисона. Я выбираю тебя! Как ты понял? Что ты теперь делаешь? Ну вот, видишь. Все, это конец. Ну, да, там есть еще один вариант, как бы, так что. А, типа, если я нажму. Нет, я выберу Эдисона. Ой. А это типа Юля в гневе, да? Да, это Юля. У Юли загорел пукан. Да, 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 загорелась, поэтому. Я поплыл! Во имя любви! В смысле? А ты реально умер? Так ты. Это ж лава бессмертная. В смысле, она не должна тебя убивать. Она меня убила. Тебя убила, ну ладно, ладно. Ты уже был затроллен столько раз, что я даже не знаю. Поэтому давай, Жека, вторая попытка. Вот сейчас самое главное, сейчас самое главное. У тебя есть лабиринт с невидимым блоком. Вот сейчас выключай F1. Включай F1. Ага, да. Если ты не выключил, вот подписчики твои не скажут, будешь как Андрюля. Я выключил! Вот смотри. Так, ага, да. Я с тобой дружить не буду. Я с тобой не буду дружить. Я выключил. Вот, ребята, если он не выключил, вот напишите мне в комментарии, и я ему потом дам. Смотри. Да-да, иди сюда, вот смотри. Вот лабиринт. Тебе нужно делать все совсем по-другому. Все наоборот. Что тут пишет, тебе нужно делать наоборот. Противоположно. Раз, два. Да не, иди сюда, иди сюда. Иди сюда, иди сюда, иди сюда! Я бегу! Пока! Стой тут, Жека, ты вообще не по правилам проходишь, а? Тебе нужно. Тут, где стоит табличка с этого места. Делать то, что там написано, понимаешь? Ну, только я противоположно. Или выключи шеф, выключи шеф, так нечестно. Из шефта слезь. Ты мне об этом вообще не говорил. Ладно, я понял, ладно. Три назад, один налево. Значит, три вперед, один направо. Раз, два, три. Ага. Один назад, два направо. Ага. Ага. Давай назад, дальше. Два налево. Та-та-та-та-та. Два налево. Та-та-та-та-та-та. Так, три назад, один направо. Та-да-да-да-да, та-та-та. Без шифта, без шифта! Да блин, я просто по привычке. Без шифта. Два вперед, один направо. Два вперед, один направо. Ой, господи, помилуй! Два вперед, один направо. Что? А, понял, два. Я надо запомнить. А! Ладно, давай, Жек, еще одна попыточка. Так, подожди, я еще раз повторю. Так, два вперед, один налево, один. Ой, боже мой! Два вперед, один налево, один вперед, один на. Да ты гонишь! Я могу просто перевернуть. Ты опять, в принципе, затроллил, ну да ладно. Все, давай, Жек. Вот сейчас самый главный выбор твоей жизни. Ты можешь пойти сюда и избежать моего троллинга и пройти мою карту, но зато ты не узнаешь, что тебе Дед Мороз подарит на Новый год. Поэтому у тебя есть один выбор из двух. Мне кажется, Дед Мороза меня просто побьют. Ну не знаю, делай свой выбор. Ой, я не хотел открывать тебя случайно. Ага, они отзагрились! Все ясно! В смысле, они. Смотри, они мирные, какие загрелись, я что-то не могу понять. Дайте мне я хочу лабиринт, я пошел обратно. Жека, ты, мне кажется, ты себя плохо вел, поэтому Дед Мороз тебе ничего не...
не подарил только поджопники. Поэтому мне кажется, все, Жека. Тупой Дед Мороз, пошел вон отсюда. Ты меня не любишь. Все, я тебе вообще не верю. Все. Ну, в принципе, мне кажется, все. Троллинку удался, поэтому заканчиваем, да, на этом? Да. Ну, реально, это просто офигительно. Мне понравилась твоя карта, я не знаю, что там говорил. Она просто офигительная. Так, да, наши стульчики. В принципе, что нам нужно сказать, Жека? Как обычно, ребят, ставьте большущий палец вверх на наши видосы, если хотите видеть новую серию троллинга как можно быстрее. Жека? Да, и также, ребята, в комментариях пишите ваши идеи для троллинга. Может, вы что-то хотите нам предложить, и мы будем очень рады прочитать это все. Да, ребята, всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Всем пока.